такие домики у них прикольные, столько много с соломенными крышами. Ребят, смотрите, прикольно так смотрится вообще. Кольца у них тут овальные, да, Саш? Не круглые, а овальные. Однофамильные домики, прикольные. Здесь маленькие, большие. Смотрите, здесь конюшни. Вот соломенная крыша опять. Вон, смотрите, соломина. И наполовину, интересно, сделали его. И вот с соломенной крышей. Вообще прикольно. Вот, смотрите, все. И у них, интересно, на крыше вот эти даховые окна есть. Вот соломина. Смотрите, как прикольно смотрятся. И вот, и слева, и справа. Обалдеть. Вон какой. Ну, красиво смотрится, да? Здесь очень много фермеров живут. Да, практически все фермеры. Смотрите, вот эти крыши соломенные. Они так аккуратно сделаны на некоторых домах. Вообще шикарно просто смотрятся крыши вот эти соломенные. Прямо аж одно заглядение. Есть неаккуратно сделанные, а есть очень аккуратно. Да, вон, смотрите, коровники у них здесь. Вон, смотрите, они прям вырезают все так шикарно. Смотрите, как кошмар лежит. Свинарники тут по запахам чувствуется. Еще как, да? Смотрите, какие у них ролады. Такие ширмы закрыты. О, какая крыша шикарная. Ой, домик какой, теремок. Тут тоже. Вообще, как в сказке. Ну, вот так фермеры живут. Здесь одни фермеры. Но конюшни вон. Домики какие. Ну вот, еще одну вам местность покажем. Да, сами посмотрим. Смотрите. Да. Как красиво сделано. И все здесь дома кирпичные, видите, клинкером обложены. Это, наверное, повышенная влажность здесь. Я так понимаю. У нас на юге они штукатуренные все, крашеные. А здесь, смотрите, один красивее другого домика. Какая церковь красивая. Здесь у них тоже речка, речка, речка проходит. У многих тоже эти лодки стояли. Да, эта деревня называется как? Ле или Декрим? Ну да, Саша говорит, скажи, по Крыму едем. Вот, ныряй, купайся. До Крыма доехали. Интересная такая деревушка вдоль речки, такая вытянутая. Крым, Крым. В Крыму находимся. Угу. Вау, какие домики, смотрите, под замки сделаны. Сколько цветочек, много беленьких. Ромашки, наверное, да? Для Крыма. В Крыму находимся. Доехали до Крыма. Но. Смотрите, домик прикольный.
один лучше другого. Долго, да, эта деревня тянется. Это окно сверкнуло. Смотрите, это Крым. Вот, с Крыма выехали. Едем в Германию. Ребят, смотрите, у кого-то в огороде мельница какая стоит. Ну что-то мы с Голландии в Германию едем через Крым, Эвик. Все никак доехать не можем. Долго едем. Время сейчас у нас показывает 12:30, ровно 12:30. И показывает плюс 25 градусов. Саша говорит, нам до Фехты, до города осталось 120 километров. Но мы еще до сих пор не заехали в Германию. О, шарики надули. Заезжаем мы в Германию, Саша, заехали домой. Так что заехали в Германию. Едем сейчас по Deutschland, да? Доехали. Ветрище такой ужасный. О, Германия, и сразу 120. Идем на взлет, но ветрище ужасный. Германия! Йо-хо! Германия! Йо-хо! Ну все, мы находимся уже в Германии. Остановились вот на такой парковочке. Здесь есть столик, скамеечки, посидеть. Хотим немножко передохнуть. Да, это... перекусить немножко. Здесь хорошо тенечек. Саша, как всегда, с Дайхманом пакетиком. Да, давай. Разожгем свою горелочку, чаек попьем, перекусим. У нас, как всегда, все с собой. Позавтракали мы хорошо очень. Но сейчас время уже сколько? Саш, время примерно, не знаешь? Тяжело сейчас ехали немножко, потому что сильный ветер был, ветрище невозможный был. И вот. Ну, а здесь хорошо, прям тихо. Ну, короче, сейчас пойдем разожжем все, посидим немножко. А потом нам надо позвонить, где-то найти отель, чтобы переночевать. И у нас сегодня еще много дел, хотим заехать. Что-то бардак такой вообще. Хотим заехать еще к дедушке на кладбище и бабушку проведывать. Короче, у нас очень много дел еще. И отель найти, на где переночевать. А завтра мы поедем дальше. Завтра мы поедем в сторону Тюринген. Хотим заехать в Эрфурт город. Сашиным родителям, так что у нас планы еще большие. Надеемся, что вам понравится с нами кататься. Так что, кому понравится, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Мы ждем, чтобы с вами ездить, где-то путешествовать и могли бы сделать лайв. Так что, ребят, кто хочет с нами в лайв разговаривать, все, подписывайтесь. Будем очень рады, будем выходить. Когда вот будем паузу делать, кушать, варить, останавливаться, отдыхать, будем постоянно выходить. Так что подписывайтесь, а мы идем отдыхать, кушать, готовить. Саша уже, как всегда, здесь все мастерит, готовит, разжигает.
А я, как всегда, стою, болтаю. Ладно, пошла я Саше помогать. Ух, какая церковь тут. Уже время без 24, что ли? А, нет, 3 часа начала 4-го. Блин, часы врут там много где. Сейчас мы находимся уже возле Клёпенбурга. Едем в сторону города Лёна и Фехта. Сейчас останавливались, хотели отель снять, но что-то прям целая проблема. Есть отель, то без без завтрака. Или один отель нашли, там онлайн надо заказывать. Короче, решили ехать сами. Один отель вроде нашли, сейчас подъедем, спросим. Может, у них комната есть. Но если нет, то придется по округе где-то искать. Заехали мы в Ландкрайс, Фехту. Что? А, ну сейчас уже опять брусчатка. Везде у них и ограничения. Ну, уже недалеко. Осталось нам всего до Фехты 11 километров. Едем хорошо, нормально. Временами ветерок такой порывистый прям. Сейчас через 4 километра будет деревня или городок, без понятия, Бакум. Деревня. Вот, через Бакум будем проезжать. Слышите, наверное, да, порывистый такой ветерок. Ну, а так вообще ландшафт у них красивый здесь. У них очень-очень много бауров, этих фермеров. Дома собственные стоят, частные такие. Поля очень большие. Смотрите, тюки вон сделали, накрыли, видимо, от дождя, чтобы они потом не портились, не прели. Ну вот, заезжаем мы в деревушку Бакум. Да, всем привет, всем привет. Я название помню, а так саму деревушку не помню. Проездом там много раз были, да? Птички летают, вот смотрите, цветочный магазин. Сейчас через их центр поедем, видите? Церковь какая у них здесь. Парковка, видимо, городская. Ну и как везде, конечно, это ремонт идет. Или строят что-то, или ремонт дороги. Ну вот, Лёна, 2 километра. Фехта 8, направо. Едем в Фехту. Заезжаем мы сейчас в Фехту. С какой стороны, Саш? Здесь где этот большой Айнкаупцентр? Угу. Вот сюда мы частенько приезжали, тоже закупались. Ну и когда к родителям в гости приезжали, тоже. Сейчас здесь будет. С правой стороны. Раньше мы жили здесь, Саша, в Лёнах, от Фехты недалеко, вот пару километров. Здесь везде аутохаусы. Видите? Вот тут вот центр большой, Айнкаупцентр. Большая парковка, Оби, Фамила, каких магазинов только нет. Вот, видите, вот эти магазины все здесь. Ой, ребят, смотрите, какое кольцо у них. Женщина какая стоит. На кольце синяя-синяя. Посинела уже. Никак не оденут ее. Замерзла. А мы едем сейчас в сам центр. Прикольно тут, да?
вот мы и находимся в самом центре Фехте. Остановились здесь, на какую-то парковку заехали, кому-то во двор, как всегда. Видите, балконы, дома стоят какие-то. Саша пошел спрашивать насчет отеля. Может, нам повезет, что комната у них будет свободная. Потому что до этого Саша и звонил, спрашивал, нигде нет мест. Но надеемся, сейчас повезет нам. Смотрите, какие домики стоят, балконы, какие, сколько зелени на балконах. Очень красивый дом, да? Все дома такие интересные. Очень много на великах ездят. Здесь у них, по-видимому, пыльца только начинается или как раз в самом разгаре, потому что я почувствовала, сразу у меня все заложило. Климат поменялся, но ничего страшного, у нас все с собой есть. Самое главное сейчас комнату получить, это будет самое главное. Ну а потом пойдем прогуляемся, поедем, съездим в Лёны обязательно, бабушку навестим. Ну и посмотрим еще, обязательно заберем вас с собой. Куда поедем, что сможем показать, обязательно покажем. Так что не пропустите. Итак, ребята, сняли мы Шпантана Хотель. Вот тут вот наша комната номер 10. Заходим. Здесь вот так выглядит все. Окно, даже стол, койки, шоколадки положили. Вот такой шкаф здесь находится. Вот тут даже кухня, Саш, ничего себе. Кухня, холодильник, Neubau, все новое. Здесь даже варить можно. Холодильник, бифштеки. Здесь посуда стоит. Посмотреть хоть. Ух ты, здесь полностью полноценно готовить можно, ничего себе. А здесь? Здесь вещи вешать можно. Ну-ка, сняли телевизор. А, это зеркало здесь. Смотрите, окошки такие. О, это что, в бат так заходить? Это дверь такая зеркальная, стеклянная. Заходим. Заходим в бат. Вот такое у нас в ванной комнате будет стекло. Точно такое же. Ну, только мне кажется, она зеленее немножко будет. Или голубее, что-то такое. Полотенчики, все чистое, все прекрасно. Ну все, мы сейчас уже с Фехты едем в Лёны. Подъезжаем, заезжаем. Повезло нам с отелем. Оказывается, первый отель, который мы нашли, там стояло онлайн. Мы начали онлайн оплачивать. А нам сказали, извините, пожалуйста, но комнату мы вам дать не можем, деньги вернем. Мы расстроились. Потом нашли другой отель. Саша искал, нашел, и нам так повезло. Да, что, ну я сказала, что тут был Ausgebucht. Ну, тоже полный, не было комнат. Ну и вот нашли вот эту комнату. На одну ночь вообще нам повезло с комнатой. И такое хорошее место, и парковка, и все. Так что мы сейчас в душе помылись и вперед. Приехали сейчас в Лёны, едем до бабушки, да, сначала попроведовать ее. Ну а потом уже все остальное. Едем сейчас в сторону центра, потому что от центра баба там недалеко живет, Сашиной тете. Ну и вам покажу немножко городок. Где наша начиналась семейная жизнь, да, Саша? В этом городке мы уже рассказывали, кто нас давно смотрит, мы расписывались, у нас роспись была, потом у нас старший сынок родился в этом городке, первая наша квартира была тоже в этом городке, так что этот городок много нас с чем связывает.
Вот тут у них дорога идет к самому центру, к церкви туда. Ну, мы там сейчас перед центром чуть в сторону идем. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never